И вот... Семьи нет. Почему? Потому что постоянно здесь. Я только раз в году бываю в отпуске. Ну, ведь есть, наверное, желание завести семью, жить обычной жизнью хоть какое-то время суток. Конечно, есть. Но возможности нет. Ну, то есть это один из единственных недостатков вот службы. Ну здесь. Да. Да, это единственный и самый большой недостаток службы здесь. Тебя вообще какая мечта есть? Мечта? Дослужить до пенсии и уволиться. И все? Да. Генералом стать или кем-то еще? Да вы не у того интервью берете. Почему? Что, мне интересно. Да нет у меня никакого желания генералом стать. Почему? Никогда не было. Мне нравится своя работа, я делаю ее.